Привет всем, с вами MyPlay, и сегодня я буду записывать на Fraps игру GTA Samp, мой мультиплеер. Так, сервер, он, как бы, мы его с другом называем американский, потому что там играют американцы. И не только американцы, еще и русские. И вот недавно я слышал то, что на этот сервер заходил сам Брайан. Как его, ну, называют Брайняша. Смешное, как бы, название. Так, это меню, как бы, тут выбираешь игрока, ну, персонажа, которым ты будешь бегать в дальнейшем. Так, выбираем персонажа. Так, ну, сойдет и вот этот. Так, первоначальная игра, оказываемся на этой точке. Так, тут можно даже быть и бессмертным, чтобы вас не убивали. Тут делаем вот так вот. Нажимаем F6, потом черточка такая, ну, палочка. Набирайте годы. И нажимайте Enter. У вас бессмертие, и оружие автоматически исчезает. Потому что бессмертие, ну, это и есть бессмертие. Так, тут также можно... Также можно и выбирать машину. Ну, это делается вот так. Тоже F6, нажимаете палочку и на букву B. Так, ну тут байк, спорткарс. Я чаще захожу в спорткарс. Так, выбрали машину. Так, тут даже можно, если нажать на двоечку, можешь со скоростью света улететь в другую часть города. Так, сейчас мы это проверим. Вот, вот так вот, впрочем. Так. Так, тут можно даже еще, ну, как бы не так летать, а по-другому летать. Сейчас я вам покажу, когда мы приземлимся на землю. С мягкой посадкой. Так. Тут можно летать, это получается, вы нажимаете вперед и нажимаете на букву У, английскую. Это вот так вот выглядит. Это как бы подпрыгивать, там, например, на здание залетать, там, или на мост, ну, на гора, там. Тут даже можно делать вот так вот. Например, машина переворачивается. Сейчас я вам продемонстрирую. Ну, вот. Вот, у вас машина как бы перевернулась. Не получилось перевернуться. Ну, вы как бы, машина перевернулась. Вы можете нажимать на букву Х. Английская буква Х. Когда машина перевернулась, тогда вы нажимаете на букву Х, и она у вас переворачивается в основной режим. Ну, в основной режим, ну, как обычно. Так. Тут можно еще телепортироваться в разные места. Ну, это вот, например, нажимаете F6, палочка, и на букву Т. Нажимаете Enter. Тут, например, вот, ну, вот такая вот высвечивается. Можно нажать парашют джампс. Это прыгать с парашютов. Ну, тут любую нажимаешь. Так, мне нравится вот это вот, то, что тут долго лететь. Ну, короче, тут интересно. Так, делаете, ну вот, тут даже можно вот так лететь, если нажать вперед. Тут, если на бессмертие, тут можешь разбиться, можешь, ну, я не знаю даже, по-моему, можешь разбиться. Так. Тут можно еще тпшиться к другу. Тпшиться — это телепортироваться. Так, нажимайте на F6, черточка, набираете Go. И номер вашего друга. Номер можно увидеть, если нажать на Tab. Tab, там высвечивается ваш ник. И рядом, ну, рядом номер. В самом начале. Вводите вот тут номер, ну, например, там 455. И нажимаете Enter. Я телепортировался, не знаю кому, какому-то там чувачку. Какому-то чуваку, короче. И... Ну, это вот так вот. ТП-шки люди, когда играют вдвоем. Ну, к
сейчас покатаемся пока что. Моя любимая здесь карта, ну, где тпшиться можно. Это вот это, сейчас я вам покажу. Challenges и Bike Parkour 1. Это вообще, ну, просто охрененная карта, где тут можно просто вот паркурить на байках. Это просто нереально, если паркурить на байках. Ну, это, конечно, легко. Если, конечно, тут байк паркур 1. Байк паркур 3, там уже сложнее, конечно. Так, сейчас залетим. Ну, я как вам объяснил, если хотите залететь на какую-нибудь там преграду, на что-нибудь, нажимайте просто на У. Ну и вперед. Так. Тут я не могу забраться, чаще всего я просто перелетаю тут. Ой, что-то я сильно перелетел. Возвращаемся назад. Че это мотоцикл? Так, возвратились. Даже если куда-то хотите полететь, например, там, ну, в другую часть города, и вы не знаете, как остановиться, нажимайте на букву Х, и вы с легкостью можете остановиться. Регулировать также можно падение на стрелочках. Ну, можно перевернуться, можно не перевернуться. Ну, как хотите, в общем. Так, заезжаем вот в такую трубу. Всем советую поиграть на вот этой карте. Ну, особенно на этом серваке. Так. Так, меня чаще всего раздражают вот такие вот преграды. Тут можно с легкостью просто тупо упасть, и если вы играете один, то это просто раздражает, если честно. А, тихо-тихо. Ну ладно, я на этом окончу. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. И, конечно, не обессудьте, это мое первое видео. Всем пока.